Кантафоге построена фабрика детских игрушек. Вот штамповочный цех. Приставщик Денисов занят изготовлением детских лошадок. А когда их покрасит работница Кононова, скакуны почти готовы принять юных седоков. На новой фабрике много молодежи, выпускников средних школ. Мастер раскрасочного цеха Вера Реутова помогает сделать игрушку красивой. Фабрикой радости назвали кондопошцы свое новое предприятие. И действительно, сколько радости принесут малышам эти игрушки. Все эти Деды Морозы, Снегурочки украсят новогодние елки наших детей.